Всем привет, друзья! Очередное видео на нашем канале. Хочу сегодня ответить на вопрос. В комментариях один человек задал вопрос и спрашивает: у меня две пары канареек, и из 4 из 5 яиц вылупляется только один птенец. Если самка откладывает 4-5 яйца, значит, с самкой все в порядке. Если из 4 из 5 яиц вылупляется один птенец, значит, остальные яйца не оплодотворенные. Но ваш самец хоть одно яйцо, но оплодотворил. Но я еще не слишком такой опытный птичник, я тоже начинающий киноровод, можно сказать, птичник. Ну, как насчет этого я слышал, читал на форумах. В таких случаях можно сделать так: поймать кеннера, канарейку, и вот внизу живота, именно где попка, вокруг ее попки, и у кеннера, и у канарейки, вокруг попки надо ножницами аккуратно постричь перышки, чтобы там было чисто, чтобы вокруг попки именно никаких помех не было, никаких препятствий не было. Когда самец канарейки топчет самку, чтобы все у них нормально получалось, как бы, да, чтобы яйца были оплодотворенными, нужно им чуть-чуть вот так помочь. Думаю, в таком случае будет у вас результат получше. Еще чисто сугубо мой совет: если они, допустим, сейчас парой сидят, то сейчас уже их, конечно, отделять от друг друга не стоит, но на следующий год, допустим, ну или когда вы в следующий раз захотите их спаривать, то поменяйте самцов местами, чтобы они, ну, как бы поменялись, да, местами. Одного кеннера вместо другого поставьте, поменяйте им самок кеннером. Тогда тоже должен быть результат у вас другой. Ну вот, такие вот от меня советы, конечно. Я, как уже сказал, не профессионал этого дела. Я тоже только учусь. Только вот всякую информацию читаю. Тоже только-только сталкиваюсь с некоторыми проблемами. Все, что у меня происходит, я выкладываю на канал. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, если видео интересно или полезное чем-то. Также спасибо за комментарии, друзья, всем огромное. Пишите дальше в комментариях свои вопросы. Буду стараться отвечать на все ваши вопросы. Так вот, по поводу моей канарейки. Где-то уже неделю она сидит на яйцах. Все нормально вроде бы. Так, также им даю зелень, морковь, зерносмесь. Яйца вареные даю. Ну, как птенцы вылупятся, где-то может через недельку, через две, когда они вылупятся, я, наверное, уже буду отделять кеннера от канарейки, чтобы они отдельно сидели, чтобы мой кеннер уже начал полноценно петь, а то он сидит рядом с самкой, не хочет петь, иногда
чуть-чуть понемножку поет, но в основном молчит. Да, вот такие вот дела. Молодежь у меня там сидит. 6 птенцов. По 3 с каждой. С каждого выводка по 3 птенца. 6 птенцов. У них тоже все нормально. У них из рациона я сейчас яйца пока убрал. Они в основном сейчас зерносмесь кушают. Зелень и морковь. Зелень вообще стараюсь постоянно давать, потому что зелень они любят, полезные зелень, витамины. Морковь тоже очень полезна. А вот еще я смотрел разные видео, много каналов на ютубе про птичников, там многие разные дают им, там разные корма дают, кто-то разную зелень дает, яблоки дают. Но у меня пока сейчас особо так, во-первых, не до этого. Ну как не до этого, просто мои себя и так неплохо чувствуют, главное зелень даю нормально, морковь, белок в яйцах им нужен. И зерносмесь хорошую даю им. Вроде все у них хорошо, чувствуют себя хорошо. Вот я их, как вот этих двух, вот эту пару, как купил, самца и самку, с тех пор одним и тем же рационом питаются они. Зелень, яйца, морковь, зерносмесь, кипяченая вода. Все нормально у них, вот уже третий раз птенцов мне будут давать. Третий раз самка на яйцах сидит. Ну вот как-то так. Посмотрим с 4 яиц, сколько птенцов вылупится. Ну, на этом, думаю, на сегодня все. Всем до следующих встреч. Всем пока. Так, еще я сейчас вспомнил. Вот подписчику и зрителю, который задавал вопрос. Вот из 4-5 яиц вылупляется только один птенец. Вот я же сейчас говорил, нужно будет их постричь. Да, внизу живота. Вот у меня на канале есть видео подготовка канарей к паровке. Здесь в подсказках оставлю ссылку или в комментарии. То есть не в комментарии, а в описании видео тоже оставлю ссылку на видео. Посмотрите, как я вот постригал своих канареек, чтобы вот таких неоплодотворенных яиц не было. Я их постригал. Тоже можете посмотреть. Думаю, будет полезным. Так, ну на этом все. Всем до следующих встреч. Всем пока.